Прилавки городского рынка просто ломились от разнообразия продуктов. Временами выстраивалась очередь из желающих приобрести свежую местную продукцию. Ведь такое жителям приполярного города удается крайне редко. Где-то даже пестрили надписи. Например, улов декабрь 2018-го. Мы живем здесь в Удачном, и мы даже не знаем, что у нас есть такие прекрасные производства. В Удачном, например, да, у нас есть рыбный цех, есть в Мирном прекрасный рыбный цех, есть пивной цех в городе Удачном, есть в Якутске очень много интересных вещей делают. Вообще, как бы, мы должны знать, кто у нас в республике что производит, вот. Вот с этой целью как бы мы и создаем эти ярмарки. Чтобы горожане не сомневались в качестве приобретаемого продукта, предприниматели предлагали перед покупкой продегустировать его. Слабосоленая, хорошая, вкусная рыбка. Удачницы, в свою очередь, благодарили организаторов за новогодний подарок и высказывали пожелание проводить подобные ярмарки как можно чаще. Ведь это не только свежая и экологически чистая продукция, но и поддержка в развитии сельского хозяйства в республике. Купила я масло сливочное, Мирнинский совхоз новый. Купила сыр, Амганский район, очень вкусный сыр. Так и рыба разная здесь. Рыба тоже есть. Стейк, но очень много наименований рыб. Попробовала рыбу, чир, слабопосол. Мне тоже очень понравилось. Надеюсь, это станет традицией и будет не только раз в год, а почаще. Ну, как мне кажется, населению это очень нравится. Тем более, такие низкие цены, особенно, вот, например, курица 170 рублей, для нас это просто фантастически. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что праздничное меню каждой хозяйки дополнит блюдо из свежей местной продукции. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».